Реализация цели «Единой России» о проведении честных и прозрачных выборов. Праймерис – это открытая форма выбора народного избранника. Призываю всех тихоречей прийти на голосование 12 июля. Проверка кандидата на готовность к системной и продуктивной работе. Праймерис – это возможность реально поддержать кандидата, которому вы действительно доверяете. Убедительное доказательство того, что депутатом от «Единой России» может стать каждый член партии, которому не безразличен наш Серпухов. Это не имитация, не подмена выборов. На самом деле праймерис – это новый подход к выбору кандидатов. Возможность «Единой России» доказать, что это самая открытая партия в России. Праймерис – это отборочное соревнование перед выходом в финал. Избиратель сам решит, кому играть в нашей команде, а кого отправить на скамейку запасных. Социальный светофор – это когда избиратель включает перед кандидатом зеленый свет, либо красный. Праймерис – это демонстрация открытости партии, когда она смело привлекает широкие массы к совместной работе. Политика партии «Единая Россия» – максимально сократить расстояние между народом и властью.